Особо охраняемые природные территории Югры присоединились к международной акции «Марш парков». Она проходит во всех регионах России в рамках Года экологии. Девиз акции «Заповедной России 100 лет». С начала апреля в автономном округе уже провели более 20 мероприятий. Среди них тематические занятия для школьников и мастер-классы для педагогов по использованию экологических игр в образовательном процессе. В этом году сотрудники природных парков и заказников активно используют новые технологии. К примеру, организуют прямую трансляцию краеведческих мероприятий в соцсетях. Так, в природном парке Нумто устроили виртуальную экскурсию на священное озеро Нумто. В числе других мероприятий – экологические субботники, расчистка родников, обустройство мест отдыха, экологических троп и маршрутов. Отмечу, что в Югре насчитывается 25 особо охраняемых природных территорий.